Уже в это воскресенье в ККЗ «Панорама» на Смоленском 29 состоится очередная громкая премьера. На сцену выйдут артисты знаменитого театра Алексея Рыбникова, которые представят новую версию легендарной рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьете. Уже более 40 лет прошло с момента премьеры спектакля «Звезда и смерть» Хоакина Мурьете, которая состоялась на сцене легендарного театра «Линком» в 1976 году. Популярностью этому персонажу добавила и киноверсия о похождениях этого то ли мексиканца, то ли чилийца, то ли благородного разбойника, то ли обычного бандита. Тем не менее, тогда вся страна наизусть знала песни и из спектакля, и из художественного фильма. Я тогда училась в школе, еще в начальных классах, и мы заслушивались вот этот вот альбом, который вышел со своими одноклассниками. Просто напевали мелодии, это настоящие шлягеры. 5 лет назад в не менее знаменитом театре Алексея Рыбникова состоялась премьера новой версии рок-оперы под названием «Хоакин Мурьете. Любовь и смерть». В отличие от спектакля 70-х годов, основой послужила реальная история Хоакина Мурьете и народные легенды, окутывающие эту противоречивую фигуру времен «Золотой лихорадки». Именно эту версию и увидят зрители ККЗ «Панорама». Тверичане одними из первых увидят новую концертную версию знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьете, где будут задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова. Они же и участники, звездные участники проекта «Голос». Это, безусловно, будет премьера, которую, безусловно, стоит посмотреть. Итак, 13 октября в 17:30 на сцене киноконцертного зала «Панорама» тверичане и гости города смогут увидеть спектакль о жизни и смерти Хоакина Мурьете. Билеты можно заказать по телефону 300-033, категория 12+.